наушники Asus Gaming TAF 3. Мы сейчас с вами распакуем. Мне понравилась комплектация, упаковка и сами наушники. Вот, смотрите, упаковано в полиэтилен, чтобы вот эта вот коробочка выглядела как можно лучше, чтобы нигде не было не поцарапано. И видим, здесь характеристики наушников, здесь несколько языков. Ну и, собственно, давайте распакуем. Вот как они выглядят. Вот это вот тоже мелочи. Мелочи, но приятно. Силикагель, для того, чтобы не было сырости. Отдельный респект за то, что удлинитель. Удлинитель, а также на конце видим, что для наушников и для микрофона разветвитель. Около метра, 80 сантиметров, по-моему. В самих наушниках шнур длиной метр. То есть в сборе, если вы подключаете к компьютеру, получается, что около 2 метров, 1,80 м. Я думаю, что практически для любых задач провода точно хватит. Вот как они выглядят. Они такие, ну знаете, ну на ту сумму они солидные такие вот. Металлическая такая вот душка, одна и вторая. Здесь видим, что есть регулировка. На одну сторону микрофон, который можем вот так вот направить куда сами хотим. Вот. И я думаю, что давайте посмотрим, как это будет выглядеть на голове. Ну вот, вот как-то так. Дальше. На чашке есть регулировка звука. Отключение-выключение микрофона. Вот. Еще мне понравилось то, что такой вот тоненький, смотрите, разъемчик. Я никогда в жизни такого тоненького еще не видел. Ну, то есть, если сравнивать с какими-то другими, там такая болванка, здесь очень удобно, мне кажется, что подключать к телефону. Вот оно не болтается, оно тут место почти не занимает. Классно. И то, что короткий провод, вот, можно использовать наушники с телефоном. Микрофон, соответственно, можно сразу же и общаться. Также мне понравилось то, что вот этот коротенький провод вы можете включить в геймпад для Sony PlayStation и по Bluetooth принимать сигнал. То есть ходить по квартире вот в таком вот и, соответственно, получить почти что беспроводные наушники. Вот ходите, слушаете музыку через приставку или играете, или общаетесь с друзьями, вот оно все у вас. Здорово. Вот, понятное дело, что можно и с какими-то другими наушниками это делать, но мы говорим сейчас об вот этих Asus Gaming TAF 3. Они более-менее такие легенькие. Вот. Еще что хорошего в них, это то, что вот большая такая чашка, в которую помещается ухо. И вот эта чашка, она не давит на ухо. Вот. И, соответственно, изоляция. Звукоизоляция, она, пускай там, конечно, не идеальная, но все-таки, когда вы их одеваете, то меньше слышите окружающие звуки. Вот. Хотя к этому тоже нужно привыкнуть, потому что вы вроде бы как-то очень сильно изолированы. Вот. Если подключить еще вот этот провод,
Вот, смотрите, да. И, кстати, вот этот провод, удлинитель, так скажем, удлинитель-разветвитель, это он, ну, по-моему, тут какой-то материал такой вот. То есть он, по идее, должен такой быть долговечным. Вот, то получаем мы вот такой вот длиннющий, почти двухметровый, которого хватит, ну, даже от компьютера куда-нибудь отъехать. Самое главное, из-за чего покупаются наушники, это, конечно же, звук. По звуку они, ну, так скажем, ну, не ахти, но и не худшие в своем классе, потому что, скажем, у меня есть музыкальные наушники, уже старенькие. Вот они. Это Philips. Понятное дело, что эти наушники до этих далеко. Вот эти качественнее. Звук здесь лучше. И в играх, и в музыке, и в фильмах, во всем здесь звук лучше. Вот. Но эти тоже на приемлемом уровне. Если подключить, все, конечно же, еще зависит от вашей звуковой карты. Если подключить эти наушники к телефону, то музыку, в принципе, можно слушать и более-менее качественно выходит. А к приставке то же самое. Кстати, вот приставки, наушники сертифицированы для приставки PS4, и звук тоже более-менее приемлемый. Мне понравился. Вот. Ну, собственно, вот и все, что я хотел сказать по этим наушникам. Понятное дело, что это не какой-то там профессиональный обзор. Это мое личное субъективное мнение, что наушники эти стоят своих денег, но ожидать от них каких-то небывалых высот, погружения в игры или фильмы, или слушать музыку, наверное, все-таки не стоит. Вот. Но сейчас на Розетке есть скидка на эти наушники, и за те деньги это вполне нормальный вариант, как по мне. Вот. Что еще хотел сказать, это вот эта вот очень мягкая такая, мягкая и широкая душка. Вот. Ну, за час или полтора они голову не надавливают. Здесь тоже нельзя сказать, что прям сильно как-то, знаете, сдавливает. Вот, единственное, что я не проверил, это если поболтать головой. Но, в принципе, держится. Я не думаю, что вы во время игровой сессии будете слишком сильно болтать головой, чтобы эти наушники спали. Вот такие вот наушники, наверное, можно их рекомендовать все-таки к покупке. Это хорошая комплектация, как по мне. Ну, в смысле, провод один, провод второй. Видно, что это все сделано с любовью, запаковано классно, добавлены вот всякие такие вот вроде бы как мелочи, но приятно, что позаботились о том, чтобы они не отсырели где-то в дороге. В пакете это все отдельно в пакете, все уложено. По-моему, здорово. Если вам понравился этот обзор, ставьте лайк, пишите в комментариях и всем пока.